Охренеть! Все готово? Ир должен удастся на славу. Да, мы должны преуспеть. Брат Волка! Добро пожаловать в Рейвенсторм. Я Эйвор. Но ты, кажется, это уже знаешь. Да, тебя многие знают. Я Тока Синриксдоттер. А этого зануду Франка зовут Пьер. Он мой помощник. Мы посланы к тебе Сигфредом из Франкии, прославленным воином и конунгом тамошних норманов. Я смотрю, вы здесь быстро освоились. Это было нетрудно. Удивительно, как много вы тут сделали. Мы только рады построить дом для гостей. И мы привезли из Франкии новые яства для твоего стола. Даже пряное вино, если ты его любишь. Весьма щедро. Иные сказали бы, слишком щедро. Пусть это будет знаком дружбы от моего дяди Сигфреда. От клана к клану. Узнай люди, что я отменил пир, и прольется кровь. Так что я приму этот дар. О, это честь для нас. Рейвенсторп похож на Франкию, какой она была прежде. Я была бы рада бывать здесь чаще. Милости просим. Однако никто не приносит дары просто так. Я жду, чего же ты у меня попросишь. Не зря ты славишься проницательностью. Буду рада услышать твой совет под добрый эль. Может, начнем? Что ж, посмотрим, так ли хороша ваша франкская снять. Начнем, пир! Как можно предпочесть эль вину? Мон дье, так и не верится. Норманы, может, и бьют франков на поле боя, но нашему вину в мире нет равных. Мне все равно, что пить, лишь бы пьянило. Какая неразборчивость. Хочу тебе кое-что показать. Здесь, в Англии, я не раз добывала мечи в набегах и битвах. Этот я взяла на Хольмганге у двух братьев Олухов в Восточной Англии. Он невелик, но все равно великолепен. Значит, вы объехали все уголки этой земли, прежде чем явиться в Рейвенсторм. Для чего? Надеюсь найти много славных бойцов, чтобы вместе ходить в набеги вверх по Сене. И кто успел выслушать тебя? Многие. Ярл Хеминг, Гутрум и сам Хальфдан. Париж будет осажден. А потом мы добудем столько сокровищ, золота и серебра, сколько еще не видала Англия. Дай угадаю, кто из ярлов готов идти с тобой грабить и осаждать франков. Никто. Они просто не в силах представить себе столько добычи. Что тебе нужно на самом деле? Все, что я сказала, правда. Но есть еще кое-что. Во Франкии восстает новая сила. Какая сила? Земли франков объединились и возглавил их один король, Карл Толстый. Собрав много сил, Карл медленно начал наступать на нормандские поселения в тех краях. Убил моего отца и сжег мою деревню. Мне жаль твоего отца и жаль деревню. Но здесь у нас и своих бед хватает. Пока Карл Толстой у власти, бед у вас будет все больше. Добившись своего во Франкии, он придет и в Англию. Карл придет за тобой и твоим кланом. Его войско растет день ото дня. С ним придут рыцари и солдаты, а не пахари и ткачи вроде ваших. Если клан Ворона согласится, чего ты потребуешь?
Наш конунг Сигфред готовится осадить Париж и припугнуть франков, чтобы они оставили нас в покое. А потом наши дракары уйдут полной добычи. Мои лазутчики подтверждают рассказ Токи. Но до сих пор я считала, что мы не должны вмешиваться. А что ты скажешь теперь? Если король Карл обезумел и рвется в Англию, нужно действовать. Сигфред – вождь викингов в землях франков. Объединившись, мы сможем дать отпор этому новому королю. Я могу сам найти этого Карла. И если он не заключит мир, я его убью. Дело ведь не в этом короле. Убьем одного, придет другой. А если его убьет викинг из Англии, франки высадятся на нашем берегу еще раньше. Что ж, посмотрим, кого во франки убивать, а с кем искать союза. Возможно, с сильным королем будет проще договориться. Покажи мне меч. Хочу полюбоваться работой. Нет, я его украл, и он мой. Ладно, не покажешь мне его сам, отберу силой. Готовься, Пьер. Вызываю тебя на Хольмгам. Довольно. Тока, ты пришла искать помощи против франкской угрозы, и клан Ворона ответит на твой зов. Правда? Правда? Клянусь, ты не пожалеешь. Как будешь готов, найди Пьера, и мы сразу отплывем во Франки. Спасибо. Лучше б я пил. Надо найти Пьера, когда я буду готов плыть во Франкию. Никогда не слышала ни о каком герое реки. Даже не знаю, что сказать. Лучше спроси у Эйвора. Сунева, незнакомец. Что привело тебя сюда? Вагн и его дружина – охотники за сокровищами. Они хотят поселиться здесь. Для этого не надо золота или серебра. Только лишь верность и честный труд. Но золото тоже хорошо. Рад встрече, Эйвор. И тебя ждут не только драгоценные металлы. На вид мы усталые оборванцы, но знаем тайные пути вдоль берегов Англии, где можно найти много ценного для Рейвенсторпа. Хочешь раскрыть их нам? Почему? Когда стол уже ломится от яств, надо созывать друзей на пир. Вот и нам нужны друзья. Я все тебе покажу. Как починим наш корабль, вместе пойдем в набег. Спасибо за предложение. Я согласен. Как тебе наша пристань? О, к такой дракар привезти приятно. Приходи ко мне, когда будешь готов выступить. Ну что, поднимем парус?
Да, я готов. Идем в набег. В первой вылазке используем мою дружину. Так проще будет показать, что ждет на берегах. Позже можешь отправлять на пути, которыми мы пройдем, своих йомс-викингов. А мои отдохнут. Этой реки нет на многих картах. Мало кто знает, как по ней пройти. Но йомс-викингам ведомы эти воды. Мне говорили, здесь римские торговцы тайком возили свои товары. Якобы тут было просто прятать следы. Столь немногие знают об этом пути, что с его помощью можно грабить соседей, и они не догадаются, что это ты. Смотри, мирные селяне! Не богачи, но они стоят нашего внимания, если воинам нужна провизия. Что происходит? Thank you.
Покажем ублюдкам! Ну же, помоги мне! Надо возвращаться на корабль. Идем! Мы тут задержались! Ура! Не опаснее драки в таверне. Будь начеку. В лагерях ниже по реке заметят дым от пожаров. Чем дальше, тем серьезнее будут стычки. Поднять парус! Смотри, военный лагерь. Там можно найти припасы. И не только, если повезет. Бой будет тяжелый. Но это не важно. Разворошили гнездо. Что-то случилось? А? Что стряслось? Боже, что опять?
что ж там стряслось? Кусты любишь, да? Набег! Подойди-ка сюда! Кажется, что тут шарное. Нужно отвезти в поселение. Хватит! Идем на корабль! Я думал, ты будешь сражаться вместе с нами. Ждешь боя посерьезнее? Я нынче больше правлю дракаром. Странно, да? Воин, а не сражается. Знаешь, поднимай парус. Когда много лет получаешь одну за другой тяжелые раны, все начинает так болеть, что с корабля не сойти. Ладно, вперед. Пускай парус! Лидер! Парус поднять! Сигнал!
бою! Здесь золото и серебро. Дело сделано. Идем! Не знаю, как ты, а я бы уже возвращался в Рейвенскор. Да я уже не знать, как будешь готов. Больше паруса! Прости, Санька. Эфран Син, Ча, Спейдее. Вы не дуат свехе. На вас тахит туга, хе.
George one of them. Them Betty's your fool with her. Помогите! Кормим же ворона! Добыча! Вон там! Эй, сюда! Все, возвращай! Парус поднять!
Пора за дело! Эй, я сам не справлюсь. Сюда, на помощь! Эй, в чем дело? Поднимай парус. В кустах тебе не скрыть. Волки!